Иди за мной. Блогер снимает, блогер за работой. Так, храм Александра Невского. Выставка уничтоженных храмов. Именно харьковские. Зруйнование святыни Харькова. Сегодня же день крещения Руси. Спасибо большое всех, кто меня поздравил. Вас также поздравляю с днем крещения Руси. Привет из Харькова. Видите, такая старая фотография. Храм Преображения Господнего. Построенный в 1869. Уничтоженный в 1964. Храм Рождества Иоанна Предтечи, построен в 1876, разобранный в 30-е. Храм Владимирской иконы Божьей Матери, построенный в 1917 и в 1936 уничтожен. Дмитриевский храм, построен в 1808 по проекту Васильева, моего любимого, и в 1930-м перестроенный. Храм Рождества Христова. Построен в 1783 и уничтожен в 1930. На Конторской он находился. Это храм Рождества Богородицы, 1839 построен, в 1943 во время боев за Харьков был уничтожен. Ой, простите.
сколько храмов уничтоженных. Да. Смотри, фотография нашего. Вот такая фотография, как у нас. Да, вот. У нас точно вот такая фотография, оригинал. Там, где Никольский сейчас стоит. Скорее вот, всего, да, у меня Паша оригинал. Ему дал скан. Так это моя фотография. Это наша фотография. Паша сканировал. Это моя фотография, прикинь. Сканировал, Паша? Да, конечно. Ну вот, он же совсем не сотрудничает. Да. Здесь собраны сканы фотографии оригинала. Вот эта вот фотография наша, у нас она есть оригинал. Это храм, я вам о нем рассказывала, Николаевский, который стоит, ну не на месте Никольского, конечно, а немного, храм был немного ближе сюда и немного как бы левее. И как раз, ну вот смотрите, чтобы вы понимали, где он был, вот старые фотографии. И он как раз проходил, вот видите, да, вот, вот это место. Вот смотрите, вот так вот, чтобы было понятно, где находился храм. Там решили проложить в 30-е трамвайные пути, и храм оказался, помешал, скажем так. Сейчас трамвайных путей нет, их принято было решение лет 10-15 назад убрать. А храм, к сожалению, посмотрите, какая была красота, что с ним, его просто взорвали. Я вам покажу эту фотографию, когда-то я ее показывала, оригинал взорванного Николаевского храма. Thank you.
уважаемый святец, сын, братья и сестры, присутствующие, я поздравляю вас всех с этим праздником. 225 лет нашей епархии. Но буквально через месяц и город Харьков будет отмечать свои 370-летие. На самом деле, на это место крестьяне пришли 1000 лет назад, потому что здесь, на территории Харькова, находятся руины города Донец. И археологи находят там крестики, на теме крестики наших далеких предков. Друзья мои, наша страна очень древняя, очень старая. Она богата памятниками, историей и культурой. Я когда-то видел в Бостоне такую картину. На главной улице строится храм. И какие-то рабочие что-то когтят лапами. Что они делают, спрашивают. Они когтят этот храм, чтобы он выглядел как старинный. Нам не нужно когтить наши храмы. Они и так старинные. Они свидетели многих событий. Для чего живет человек? Для того, чтобы дать жизнь новым людям. Жизнь во Христе. Храм разрушается, а некий пространство пустое. Но для чего? Для того, чтобы на их месте были построены новые храмы, еще более величественные и торжественные, которые и мы видим сегодня на месте этих храмов, которые ушли, уже стоят новые, лучшие, величественные храмы, перед которыми мы погребены. Друзья мои, давайте отдадим должное тем архитекторам и строителям, безымянным каменотесам и плотникам, которые создавали в прошлые века эти шедевры. Это наши предки, это наша история. Для чего нужна история? Мы подпитываемся для того, чтобы в тяжелые времена стать еще крепче, еще более верить Господа Бога. Еще раз праздники. Спасибо. Добрый день, Василий Михайлович. Хочу пригласить еще к слову Юрия Путника, который тоже высказывал желание побывать на этой выставке, организовал много людей, прорекламировал это мероприятие. Прошу вас, Юрий, сказать пару слов. Дорогие друзья, хочу в первую очередь высказать слова большой благодарности руководству Харьковской епархии, руководителям епархии, организаторам этой выставки «Зарунование храма 20-го столетия» за уникальную возможность нам, харьковчанам, сегодня быть здесь, в прекрасном, гостеприимном зале Духовно-просветительского центра ФОМА. Вот, и как бы расширить наши познания в области истории. Храм, что значит храм для верующего человека? Храм – это его второй дом, место, где прощаются грехи человека, место, где растет его духовность, он получает духовное развитие. И, конечно же, место, где верующий человек обретает душевный покой. И, как бы, придя в храм, немножко уйдя от мирской суеты, по-настоящему он в храме, в этом как бы очаге святыни веры, он по-настоящему обретает душевный покой. К сожалению, на протяжении 20-го столетия определенное количество храмов по разным причинам было разрушено, было потеряно, хотя каждый из этих храмов являлся духовной святыней, являлся центром веры, центром духовности в те времена, когда они работали. И в этом, еще раз подчеркиваю, уникальность этой выставки, которая дает нам всем присутствующим, всем харьковчанам, кто знал, вспомнить, кто не знал, узнать и как бы дать, высказать слова уважения, слова памяти тем духовным святыням, которые, к сожалению, утрачены на протяжении прошлого столетия. Но правильно сказал до меня профессор университета, на место старых храмов возродятся новые святыни, новые центры, и будет все хорошо, в этом сила веры. Друзья, я хочу пожелать вам всем мира, счастья, здоровья, вам, вашим близким, вашим семьям. Храни вас Господь, друзья. Да, пусть Бог даст вам все самое наилучшее.
Спасибо большое за внимание. Благодарю вас, Юрий, за слово, за такое проникновенное, да, о храмах. Это действительно все правда. Мы все вот экспонаты, которые сегодня представлены, фотоэкспонаты были сделаны сотрудниками Харьковской духовной семинарии. Но материалы, которые на этих экспонатах выставлены, были собраны обществом «Старый Харьков», а, собственно, Александром Стальником, который является руководителем и администратором нашего духовно-просветительского центра, главным администратором. Вот. И поэтому мне хотелось бы вступительное слово к нашей дальнейшей такой программе открытия предоставить ему, а дальше мы пойдем такими небольшими музыкальными, духовными, духовно-певческими страницами вот, разрушенных наших храмов. Пожалуйста, Александр, прошу вас. Приближался к миллионной отметке. Так вот, именно в этот момент
Харькове оставался действующим один единственный храм – Казанский храм на Холодной горе. Он выполнял функцию и кафедрального собора, и приходского храма. Как свидетельствуют очевидцы, особо это упоминается в житии священномученика Александра Петровского, исповедь, причастие длились в храме по несколько часов. Литургия заканчивалась уже поздно днем, после чего начиналась длительная череда крещений, и эти крещения, мало того, что они были массовыми, это не одного человека или ребенка крестили, а продолжались они до вечерней службы, и вечерняя служба начиналась сразу же после окончания вот этих крещений. То есть народ тянулся к Богу, но возможность была пожелать только в одном храме. 17 храмов из существовавших до революционное время были уничтожены. Мы поговорим подробнее о каждом из них на экскурсии. Здесь вы видите храмы, в которых вот на данный момент православное богослужение так и не восстановлено. Подробности есть по каждому храме, очень интересные, советую дождаться для экскурсии. Почему именно сегодня, в день крещения Руси, нам важно помнить, какой сегодня праздник, день крещения Руси и святого равноапостольного князя Владимира? Дело в том, что все еще в ту эпоху, когда храмы разрушались, закрывались и вера запрещалась, был великий праздник, который таким чудным образом полностью развернул политику тогдашней партии и правительства в 1988 году. Советский Союз масштабно праздновал, невзирая на свою богоборческую сущность, масштабно праздновал тысячелетие крещения Руси. И именно этот момент стал таким поворотным моментом, когда стало понятно, что уже, как говорил Хрущев, последнего попа уже не покажут по телевизору, и церковь не прекратит свое существование в этот период. Поэтому крещение, тысячелетие крещения Руси, которое праздновалось тогда, оно стало как будто повторным крещением. Вы знаете, может быть, даже на своих примерах или на близких вам примерах, насколько много людей снова пришли к Богу в тот период времени. И с этого момента начали открываться храмы, в том числе и многие из тех храмов, которые были закрыты в советские годы. Важно сказать, что, невзирая на это, когда вы посмотрите фотографии современные в ходе экскурсии, вы увидите в большинстве своем, к сожалению, либо кусты, либо какое-то непотребное здание, выстроенное на месте храма, либо что-либо неподобающее место, где стоял храм, никаких напоминаний, за редкими исключениями, никаких напоминаний о существовании на этих местах храмов сейчас нет. И я даже сначала немножко сомневался, стоит ли такие фотографии показывать публике, потому что, кусты, неинформативная сама по себе фотография. Но потом я понял, что именно вот это вот мерзость запустения, которое сейчас на месте этих утраченных храмов, это то, что мы должны увидеть для понимания контраста и для понимания того, как не должно быть. Сегодня дело в том, что когда-то мне вот задали еще такой каверзный вопрос, человек достаточно серьезный, спросил у меня, зачем учить историю. Вопрос кажется праздным, но он на самом деле не праздный. Это очень большой и важный и серьезный вопрос. Мы должны понимать, для чего нам это нужно. Для чего нам нужно смотреть и знать про вот эти храмы. Для чего нам нужно пытаться их восстановить или думать, стоит ли их восстановить или нет. То, что пережил наш народ, мы сейчас даже себе не можем представить. Потому что сейчас мы живем во время, когда храмы доступны, невзирая на все наши нынешние подробности. Но мы не представляем себе, какова была духовная жизнь нашего народа в дореволюционное время, когда любое образование любого человека начиналось с церковного посвящения.
церковно-приходские школы отдельные, законоучители и закон Божий в любом учебном заведении следовал из курса в курс, из класса в класс за каждым гимназистом, за каждым студентом, за каждым учеником училища и так далее. При множестве заведений были домовые церкви. Они уничтожены полностью. Единственный домовой храм, который сохранился вообще в принципе у нас, сейчас стал приходским. Очень хотелось бы поддержать интригу, но я все-таки скажу. Это Александро-Невский храм, бывший храм при богоугодных заведениях, при нынешней 15-й психиатрической лечебнице. Он был изначально домовым, рассчитан был именно на тех, кто лечился в этом заведении. Из 10 монастырей, которые существовали на территории Харьковской губернии, не осталось ни одного целого. Все закрывались на какой-то период времени. Часовни снесли полностью все. Кладбищенские храмы тоже исчезли, кроме одного. Этот храм тоже сейчас стал приходским. Это Иоанново-Сикновецкий храм в нынешнем молодежном парке. И глядя на вот эти вот все масштабы разрушений, нам важно понимать смысл происходящего. А смысл происходящего нам как раз раскрывает сегодняшний праздник. Как ни парадоксально, вот все сошлось именно в этот день. Дело в том, что если обратиться к богослужебным текстам, касающимся князя Святого Равноапостольного князя Владимира, мы увидим там, что его сравнивают с апостолом Павлом в этих богослужебных текстах. А апостол Павел, в свою очередь, в сегодняшнем апостольском чтении, которое читается на литургии, прямо говорит о себе как о гонителе церкви, как о разрушителе храма. И он действительно был таковым до того, как Господь просветил его своей благодатью, и до того, как он стал, собственно говоря, тем апостолом Павлом, которого мы хорошо знаем из Писания. И таким образом мы в нем имеем, благодаря сегодняшнему вот этому стечению праздников, имеем такой замечательный человеческий пример того, как можно очистить свое сердце настолько, чтобы его просветила благодать Божья, и вот это обращение произошло у каждого из нас. Спасибо за внимание, жду всех на экскурсии. Экскурсия будет собираться вот здесь. И мы пойдем, как крестный ход будет против часовой стрелки. Александра за слово. И продолжаем. Из воспоминаний заслуженного деятеля искусства УССР профессора Евгения Алексеевна Коноплевой. Годы жизни 1917-2001. Мамочка моя пела в Верносинской церкви, где регентом был большой знаток и любитель церковного пения композитор Степан Яковлевич Евтушенко. Человек он был мягкий, сердечный, внешне стройный, подтянутый. На репетиции строгий, требовательный, а во время службы передавал не только жесты, но и мимикой, содержание и исполнение каждой молитвы. В хор к Степану Яковлевичу попасть было трудно. Надо было иметь хороший голос, музыкальность, а также быть порядочным человеком. Мне в детстве, вспоминает Евгения Алексеевна, посчастливилось начинать изучать церковную музыку под его руководством. Много лет Степан Яковлевич Евтушенко отдал служению в церквях Харькова. Служил до последних дней их существования. Помню, после литургии Степан Яковлевич попросил хор зайти в репетиционную комнату. Был очень расстроен, на глазах слезы. Обратился к хору следующими словами. Дорогие друзья, сегодня мы с вами в последний раз пели литургию. Мироносецкую церковь закрывают. Все начали плакать, мы, дети, тоже плакали. К нам подошел Степан Яковлевич, погладил головки, старался успокоить нас, подарил по серебряному рублю и сказал: «Успокойтесь, детки, пойдите купите себе сладости». Память
о Степане Яковлевиче Евтушенко, высококультурном регенте-композиторе, сохранилось в моем сердце на всю жизнь. Сейчас прозвучит произведение Сергея Яковлевича Евтушенко, которое было и написано, и звучало еще в старой Ярославской церкви, она вот здесь у нас, на ванной отца и сына. Это песнопение коротенькое, оно поется на Святой Божественной Литургии. Thank you.
центром нашего города была нынешняя примерно площадь Фейербаха, и сейчас переименовали, я не помню как, и там был Вознесенский храм. Он был построен еще в 17 веке, он сгорал и в 1733 при общем харьковском пожаре, и в 1780 году. В 1794 был построен новый деревянный храм, с которым связана одна история. Ко времени существования этого храма есть такая вот история о очень мифологизированном харьковском пасхале, так называемом. Во времена недолгого правления императора Павла I, 1 июля 1800 года, на дверях Вознесенской церкви появилась бумага с ругательным текстом в адрес царя и его окружения. Сборная политика Павла I вполне могла спровоцировать появление чего-то подобного. По легенде же, когда информация об инциденте дошла до царя, он не приказал сравнять с землей весь Харьков. И только его скорая смерть от рук заговорщиков спасла наш город. В реальности же было проведено следствие, под которым стоял целый ряд сомнительных личностей, попавших в милость к императору, и они находились тогда в Харькове. Впрочем, лишь 5 подозреваемых был вынесен приговор о ссылке, да и те вернулись скоро, сразу после манифеста нового государя, императора Александра I, 1801 года. Каждый храм при построении Бог по ангелу дает, и находится в служении в новом храме ангел тот. Он бесплодный и незримый, до скончания века тут, и крылом его хранимы люди Богу воздают и молитвы, и обряды, и причастие, и благодать под его небесным взглядом, хоть его и не видать. Даже если храм разрушен, кирпичи да лебеда, воле Божией послушен ангел будет здесь всегда, и на месте поругания, где безбожник храм крушил, слышно тихое рыдание чистой ангельской души. И в мороз, и в дождь, и в слякоть все грядущие года будет бедный ангел плакать, вплоть до страшного суда. Сейчас прозвучит песнопение, посвященное Вознесению Господню, посвященное этому храму, в котором есть одна ключевая строка, которая животворит и поддерживает церковь как общество людей, собранных Господом, во все времена ее существования. Эта строчка звучит так: «Аз есть с вами, и никто же на улице». Кондак Вознесения.
доктора философии, лауреата международных конкурсов и регента Свято-Илинского храма поселка Высокий Якова Воскобойникова за такое прекрасное выступление. Большой год на сцену, мы продолжаем. Во время советской власти были уничтожены не только православные храмы, но и храмы других конфессий, в частности, и синагога, и лютеранская кирха была уничтожена, и мусульманский храм. Вот. Но были конфессии, которые были близки к православию, это Старобрядческая и Единоверческая церковь. Вот такая церковь была Троицкая у нас в Харькове, и она полностью не уничтожена, это здание было переоборудовано под завод, и сейчас это просто заброшенное помещение, вы потом увидите на наших фотоматериалах этот храм. Храм Святой Троицы. Храм Святой Троицы – это место, вообще как каждый храм, в котором человек призван славить Творца, потому что именно в прославлении Творца человек обретает такие свойства и такую глубину своего сердца, что он расцветает всеми своими талантами души. Он становится тем, кем его видит Господь. И сейчас мы услышим стихию из Святой Троицы, которая именно посвящена храму Святой Троицы «Во дворих Твоих, Господи». Эта стихия прозвучит в знаменном распеве. Именно в таком распеве старообрядцы и единоверцы исполняли свои духовные песнопения. Это прекрасные древние мелодии, интонирующие и эмоционально правильные, эмоционально окрашивающие текст. Да. Молодец. Да, держи. И оно включается.